место. Так, мы едем, едем, едем. Это Крис уже стоит на месте, этот маньяк. Всем привет, кто включился. А, эта машина стоит, а трассу они пошли где-то. Ага, вот уже что-то натянутые ленты есть. Сейчас пойдем помогать. Движуха начинается. Сейчас пока трассу быстро доделаем. Сегодня мы в лидерах. Ну что, получается? Кувалда хорошая. Эти все колеса я поприносил. Да ну что ты рассказываешь? Это они тут были. Смотри, эти все я снизу привожу. Спроси Влада. Я расскажу. Так что ты ограбил шиномонтаж или что? Нет, там валялось. Вкусно, я все привез. Точно не снимал нигде? Потому что на границе, если будешь ехать, тебя узнают, то все. Свежо так с утра, где-то ноль. Чуть-чуть подмерзло. Сейчас оттает будет, сейчас плюс. Подмерзло? Подмерзло, да. Немножко только. Чуть-чуть. Где ленты? Непонятно, где ленты. Блин, работает как папа Карло, ни свет, ни заря. С водой носит покрышки. Ну так свежо. Ну хотя, смотришь. Смотришь, что там на севере выкладывают люди в ТикТоке. Минус 60, минус 50. Это у нас ноль, это почти лето. Да. Ну, такой вопрос, вот, есть такой оффроуд продукт? Вот, бывают джиттеры, они бухают. Вот когда едешь, вот, у вас сейчас ехал со стаканом, он трясется. Надо какой-то стабилизатор для стакана. Вот, ну есть, это можешь тот использовать, который ты видео снимаешь. Которым видео ты снимаешь, можно тоже брать. Смотрите, человек работает. Вы хотите работать? Хорош кататься. Позвонили этому анализатору. Ну, сам иди нахуй. Вот главный организатор этого действа. Блин, надо перчатки, а у меня есть. Гляньте, маньяк что творит. Говорит, толкай колесо. Давай, буду толкать, что делать. На середину куда-то. Куда на середину, Крис? Какие-то люди на иномарках. Что, не ждал? Да. Друзья, тут едет серьезный джипер. На очень серьезной машине. Никто не ожидал меня так рано увидеть, наверное. Ого, какой штурман у человека. Привет. Да не, вот печка, смотри какая. Это тоже от Жужика, она просто быстросъемная. Печка. Дрова нашли. Вот тут дрова я нашел, хорошие лежат. Так, процесс идет быстро. Продолжаем делать трассу. Дед Мороз с подарками. Так, это серьезные участники прибывают. Посмотрите, на какой скорости идет. Наверное, на результат сразу. Один из очень серьезных участников, вы его видели неоднократно. Смотрите, он с новой фарой. 66-й, 27-й. Йо, привет. Как-то рад. Конечно, да, не ожидали, да, меня тут увидеть?
Там сзади Нива, осторожно. Сейчас Андрюха нагреет трассу и будет четкий оффроуд. Солярий делает. Участники продолжают прибывать. Это Березань, наверное. Дружной колонной. Серьезные автомобили. Один отстал, догнал. Кто-то еще едет. Водом пошел. Его в хард, в лайт можно запускать, да, в принципе? Подожди. Давай. Давай назад. Блокировку надо ставить. Так, серьезные люди едут с подготовки харда, вернулись. Ну, трасса, говорят, серьезная, там будем уже смотреть в процессе. Так, запорожец с едой продолжает перемещаться по лагерю. Кухня едет. Discovery. Да, подъезжают люди, как для 2 января. Движ серьезный намечается. Какая вещь хорошая, да, Юля? С такой вещью не надо сильно и машину готовить, можно выиграть сразу. Так, идет проверка трассы, контрольная. Зеленая Нива, нет этой песни, но она нужна. Ого, тут у него модное сиденье, слышишь? Торпеда треснута. Что-то он не разрешает мне ехать. Зеленый туда. А как мы туда попадем? Тут лента везде. Там можно объехать. Есть там объезд? Да. Вправо, 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 вправо. Что ты думаешь? А потому что Крис только что показал вправо. А он тоже с нами едет? Да, да. Блин, классно едет машина. Слышу, у него какое-то лобовое модное такое, с тонировкой. Топ, белый у него электрик. А как сиденье отодвинуть? Ладно. Едем, не отодвигая. Короче, руль тупо на коленях лежит. Ну. О, Луаза Субару приехал. Серьезный состав участников. Практически многие, которые были на закрытии. Ну, правильно. Нет. Ладно, поехали. Они как на приваренные. Блин, зеркала нету. Ого. Мы их не догоним.
Да не, но все равно медленно. Это мы на пониженной, наверное. Да, она на пониженной сейчас. А надо столько колушать? Нам не хватит. Вот так ты хотел. Ну давай, да, ладно. Мы на трассе Харда. Подгазовывай. Зеленая Нива едет. Так, вот это хард начало. Блин, а вчера после дождя тут вообще хорошо. Прям мы так вот юзом туда спускались. Юзом спускались, да? Да, тут вообще так все было. Ну сегодня тоже нормально. Блин, как коробка четко жигулевская работает. Третью. Никогда на Ниве не ездил толком. Мечты сбываются. Шикарная машина. Немножко есть небольшие следы износа, да? А, да, на торпеде. Да кто-то головой ударился. Думаешь? Да не, коленями, наверное. Ну да. Ох, елки-палки. Я не увидел. Не, на третьей. На третьей едем. Я буду переключать передачу. А, давай. Подожди пока. На автомате будем. Не, ну чётенько идем. Хорошая дорога. Хорошо мотор работает. Шумно, правда, немножко. Но... Последний с УАЗиком это люкс. Последний с УАЗиком, ну да, кстати. Ну она же, видишь, так и делалась машина, чтобы после, не-не-не, ну чтобы добиться уровня комфорта какого-то, задание было добиться проходимости не хуже УАЗика и комфорта, как у легкового автомобиля. Ну, в принципе, все получилось, если учитывать, что на дворе был 77-й год, да, разрабатывалась, да, еще намного раньше. До сих пор еще нормально. Актуально. Ну, кстати, я тебе скажу, свежие вообще намного комфортнее работают, тише. Ну, там инжектор уже. И там, да, и мотор, и, ну, что, так, это мы по трассе все, да, идем? Готов на свой любимый горку подняться? Не, нельзя же, наверное, не, Веталь не разрешал. По ней, да нет, там сейчас высоко, я на своем патруле поднимался. Да, нормально? Да. На свою любимую горку, а вон она. Говорит, на свою любимую горку. Интересно, омыватель работает? О, блин, работает. А ну, держи телефон. Соберись. Вторую. Ты без разгона даже. Это ж Нива. Блин, что не моет? А, моет. Да, это горка жесткая. Пока... Блин, как страшно на ней, слышишь? А ты тормоза проверил, работают? Нет, не проверял. Мы ходом идем. Потихонечку. Залазит, вообще лезет, да. Нива. Причем резина тут какая-то. Нива в стоковой резине, да? Да. Стоковой. Так, это хард, друзья. Красивый вид открывается. И уходим вправо. Вправо, да. И там спуск сейчас будет. Вчера там спуск вообще просто. Так подожди. Как на лыжах. Как на лыжах. Это там, где Андрюха на 80-ке боком съехал. Не знаю, где боком, я знаю, где мы на Запорожце летели. Да. Это этот спуск? Да, да. Но он уже подсох, поэтому все хорошо. Угу. Да, отсюда так интересно, да? На камере не передать. На камере что-то страшно. Да нормально там это, вторую понижено, да, отпускай. Да? Она и включена, вторая. Мы на второй пониженной и заехали, кстати. А, да? Ё-моё. На камеру вообще не так. Так, блин. Ну это мы на Запоре летели с этой горы. А, без тормозов тоже, да? Без тормозов. Нормально. Там главное, чтобы впереди никто не стоял, когда на Запоре лететь. Ну да. Не, ну классная машина. Технически Веталь не обманул. Говорит, все работает. Хорошо. И хард он туда вот будет уходить, но мы потом объедем. Мы вправо, а вот поедем. Это хард подъем, да? Да, подъем, да, там по ступенькам. Вот, да, это вот, крутой вот, подъем. Да, там классно. Красивый. А мы сейчас вправо поедем. Вот на тот подъем. Там вот справа. Что, дальше пешком идем?
Да. Ключи надо вынять, чтобы не угнали машину. На порогах. Сажай, Рус. Я на порогах. Так, а куда мы поедем? Не-не, я вас отсюда буду снимать. Я уже... А мы едем дальше? Трасса иди дальше. Так, а эту машину объехать же? А потом приедем. Да? Чтобы не украли ее просто, я переживаю. Заходишь, блин, мне дверь открыли даже. Йохан, бабай. Говорит, мы на... А что, мы заедем туда, Леня? Нет. Они на пороге хотят стать. А куда нам ехать? На гору надо? Да. Это мы по харду. Поехали. Белый дельфин с нами. Ёлки, Леня, я тебя прошу. Нам экшен не нужен. Подожди, там Крис, чтоб не потерялся он. Это хард. Это хард. Мы дубасим. Что-то летит. Какая-то зажигалка. Хитро. Ё-моё! Лёня, не спеши, давай медленнее. Подожди. Криса потеряем сейчас. А, палка в жопу мне засунули. Интересная фраза. Хорош. Куда дальше едем? Все, Крис, Крис не... отстал. Крис отстал. А, палки собирает. Стой. На, это откуда-то упало. Да, круто едет. Мы планировали через вот это вот безобразие. Все. Какое? А, объезжать будут, думаешь? Ну, они будут объезжать здесь, конечно. Ёлки-палки. Ого, какой хард. Вот это крутое место. Подожди, ну. Немножко дорабатываю трассу. Да, неплохое место нашли. Смотри, сколько уже ехало в машине. Так, трасса проходная. Ого. Я вам скажу, если Лёня не очень едет. Уже хорошо. Стой, Лёнь, Лёнь. Не, уже разрыли, оно, видишь, пока была трава, может, он и ехал. Ну, вот это интересное место. Крис, тут нельзя на две машины сделать? Крис, на две машины найти коридор где-то. Вот сейчас ты сделал? Чуть-чуть шире надо. Да? Эту ветку подвинуть вот эту, чтобы сдвинуть ленту, чтобы шире было. Понял? Да, не, вот ту ветку надо на дереве. Заехал. Но не просто было. Ну, чуть-чуть расширили, вроде как теоретически можно пролазить. Тут, да, тут широко, да, тут нормально. Шикарная трасса. Стой! Шикарное место просто. Глинистая почва. Да, красивое место.
Тут примечок. А это сады какие-то? Что это за деревья? Что? Какие-то садовые, да. Садовые деревья. Так, ну тут прямик. Тут подъемчик опять. Мягенько. Будем потихоньку. Ага, куда-то. А куда он вниз туда поехал? Ну, то же самое. Идем, иду и проваливаюсь, смотрите. Да. Такая почва. Очень мягко. Ну, тут оно проходное, потому что ровно. Скоро старт лайта сначала, а потом основное рубилово будет здесь. Чьи-то запчасти, да? Здорово. Чьи-то. Да. Тут хорошее место. Я ничего не брал. Тут расширить надо. Я не знаю, Виталего надо спросить. Где он уже? Тут интересное место очень нашли, хорошее. Тут на этом склоне вот его можно, тут было закольцевать его ближе. Не можем, была бы трасса вниз иди, и была бы встречена. Да. Вот. А что плохого? Хорошо тут. Видим, мы спускались вниз, а уже Андрей рубился. Ты видел? Ага. Но я поменял пары, я ему говорю, машина перестала ездить. Ему пары, а двигателя уже не хватает. Не, он же какие-то раздатку поставил. Ну, занизил. И не едет. Ну, оборотов не хватает. Ну, тут видишь, оно... И там надо 1.9 турбодизель, то что девают, 2 литра бензина. Ну, может. Так, трасса все лучше и лучше становится. Вчера Миша проехался по трассе и сказал: «Офигеть, какая классная трасса!» Вы Миша? Да? Да, ну, фарловый. Он был вчера, да? Да, ему особенно тот подъемчик и там понравилось. На самом верху, там диагонала идет. А что он говорил, приедет, не? Не знаю, он тренировался вчера. Да. Значит, приедет. Сани снайперу. Да, тут с квадрокоптера было интересно увидеть это все сверху. Самурай поехал. Это был бы хороший экшен сейчас. Леня вовремя увидел. Прикольное кино. Потерял боевого коня. На патруле. Ну, было сухо, наверное, вчера. Тут диагоналка такая, смотри, какая веселая. Если не даст назад, я туда и на трех колесах стоял. Ты на одном можешь стоять. Сегодня лучше, Лёля. Тренируется ж сколько дней уже. Очень круто. Очень крутое место. Хорошо тут. Ты твоя ступеньками. Ага, у кого хода большие эти. Чтоб дождь пошел, но нам дождь не нужен, конечно. А с дождем тут вообще жестко было. Интересное место. Опять потеряли приборы. Давай, ковальня, я буду аккуратно. Слышишь, тут почти как на горбуне. Тоже плечо близко, но чуть шире. Но лобовуха почти такая же. Стой, яма. Там яма. Дай назад. Так это ж хорошо. Это хорошо, говорит. Тахометр есть, ничего себе, какая машина модная. Яма, так это классно. Кто-то обязательно в нее попадет. Ого! А что там, жесткая? Яма хорошая, с мусором. Да? Да.
траве, то он грязный. По траве объезжай. То он грязный, объезжай на траву. Летит все на Крис. Я медленно буду, так не летит. Все трассы готовы. Приближаемся к лагерю. Участники прибыли, да? Налево потихоньку. Нормально, нормально. Налево. Налево, налево, лево. Не боись, Крис, вот все нормально. Можно сбить эту штуку? Не, это ж трасса. Чего? Это трасса. Вот трамплин, но тут ты можешь прыгать спокойно. Я хотел, не разрешают. Которые на квадриках ездят. Да, красиво. Сегодня день. Оффроуд будет сейчас серьезный. Что многие из нас знают, что брифинг не нужен, но поверьте, сегодня он очень нужен. Чтобы мы объяснили всем, чтобы потом его не доразумели. Чтобы сами запомнили хотя бы, да? Его не помню. Поляку дурью изнулся. Ну да, на деньги сейчас кинет по-любому. И уедет себе больше. Что там, трансляция идет? Остальных зданий все уже замерзают. Хочу всех поблагодарить за приезд нам, на открытие нашего сезона. Добро пожаловать всем местным, приездным, друзьям и таким просто. А, дышишь, что ж ты отбегаешь, да? Ребята, начинаем наш, открываем наш сезон оффроудовский 2021. Говорят, это будет самый лучший оффроудовский сезон, надеемся. Вот так, сегодня в программе у нас две трассы, одна трасса Light, одна трасса Hard. Начинаем от трассы Light. На сейчас план запускаем машины в очередном складной машине на трассу. И на трассе делаем один круг. Потом, когда заканчивается очередь, начинаем зеркальным. Обратным порядком, спасибо. То же самое движение. Кто был первый, будет во втором кругу последним. Кто был последний, в первом кругу, будет первым во втором кругу. Надеюсь, это будет понятно, да? На брифинг машина едет. На старт у нас, прошу обратить внимание, у нас старт будет где зеленая машина. Все правы. Проезжаем, правые, честные, там где два пацаны ползают. Два пацаны? Что говорит, два пацаны? По максимуму обозначить трассу. Там, где нет леточек, значит, едете по тропинке, которая накатана. Все должно быть просто и без никаких кусков. Короче, трасса идет направо, спускаемся вниз, там по леточках поднимаемся вверх, едем чуть-чуть дальше, там по леточках заезжаем, и тут у нас такой очень веселый, крутящий участок. Солнце вышло. Один момент с этой трассы. Старт здесь, стартуем, видим, пилот выходит из машины. И вот это штурм. Пилот, тот, кто за рулем. Потому что были случаи, что поехали без штурмана. И вот таскали на капоте, разные были такие технологии. Хочем уйти от этих новогодних технологий прошлогодних. В этом году тот, кто за рулем, выходит из машины. Нажимает кнопочку, сами себя стартуете и погнали. Я как сказал, стартуем только, а заканчиваем вот по этой тутой коридору, где эти резины. Останавливаемся возле резин, вот опять же эти два пацана. Вот, выбегает пилот и нажимает кнопочку. Так как вы нажимали, так остановили время, это время вам записывается. Вопросов не будет, чтобы кто-то криво нажимал или что-то какое-то. Да. Нет, это старт. По старту есть у кого-то вопрос? Старт
Старт, в этом направлении увидишь здесь. На перекладных? Как ты без машины вообще это? Пешок, маршрутка, метро, трамвай, городской. Пешком и патруль. Я подойду. Шесть техник поменял. Не слышно? Не надо поехать слева, объехать первое колесо, которое посередине, направо, объехать второе колесо, которое посередине, в против стрелкой, и между колесами заезжаем, и заезжаем в эту, с красной лентой обозначенную. Едем налево против часовой, потом против часовой в середину, и опять в этот колесо. Перед первым колесом налево. Надо давай забьем. Вот смотри, вот этот УАЗ. Это серьезная машина, без Нива. Ребятки. Не, пусть едет. Не, пусть едет, чего, он нормальный. Они же загружены, резина он пол. У него лайтовский, да, все отлично. Это тоже лайтовский, да. Это пробный получается будет. Да, да. Можно да. Тоже. Да, конечно, да, да, есть. Крису, скажите в рацию, что. Блин. Да, пока все лайт едут. Все правильно, да, это? Вот это что-то для лайта сильно жесткий. Пока все едут. Ну пусть. Правильные колеса ходить. Я говорю, это такой нравится. Оно и назад. О, вот это. О, вот это экшен сейчас будет. Посмотри, как он ускорился. О, это лайт серьезный. Это какой-то новенький, да? Так он лайт. Ты лайт, Андрюха? Это нормальная машина, Нива. Так, вот еще. Все лайт. А вот звезда сезона. Вот так вот. О! Блин, какое разнообразие машин. Вообще нереально. Да! Слезы! Слезы есть на глазах? Спасибо. Какие слезы? Слезы грусти. Слезы счастья, чего грусти? Да? Слезы грусти от того, что у меня машина будет целая стоять в исправности во дворе? Или да, да. Поехали. Прокатал, это заняло ровно 10 минут. И все знают. Потом на финише никто не скажет. Все, проехали по трассе. Да, да, да. А я там срезал. Вся колонна. Уже если это самое, это... Это, кстати, хорошая идея. Все участники посмотрели трассу, сейчас будут дубасить. Резина у всех одинаковая, так что... Не-не, у запорожца по резине преимущество реальное. Тут не все просто видели запорожскую резину, сейчас я покажу вам. Да нет, там круче, квадроцикл курит. Запорожец будет бороться за второе и третье, или за первое и второе? На двух колесах. В общем, хороший будет сейчас оффроуд. Вы уже поняли. Участников много. Трасса четкая. Рейндж-ровер. Ну, сейчас увидим. Все будут ехать по одному. Сейчас мы посмотрим каждую машину в хорошей борьбе. Все проехали трассу. Знают уже. Такие зачетные места, такая трасса. Я да. Поехал. Вообще, вот. Трасса четкая. Так, я внутри этого легендарного патруля. Ух, как заводится четко. Сейчас поедем. Это Рус. Да. Только передка нету, только задок. Да, да, я понял. Встанем в хорошем месте, чтобы можно было снять. Все красиво показать.